Мост через реку Урал, Беловка, улица Советская. Привычные всем оренбуржцам виды они показывают с непривычного ракурса. И в буквальном смысле слова, спустившись с неба на землю, признаются. Оренбург с высоты птичьего полета очень красивый. Вообще мы очень любим этот край. Хотя из нашего опыта работы на севере, в Оренбурге очень просто и приятно работать. Здесь отзывчивые люди. Да и, в общем-то, и климат в основном располагает. С правительством Оренбургской области и, в частности, Ассоциацией развития Оренбуржья съемочная бригада Питерского института сотрудничает уже давно. Итогом их работы стал презентационный ролик о промышленном развитии нашей области. Продолжение сотрудничества – нынешний проект, работа над которым идет с мая этого года. Успели снять, практически, наверное, все важные социальные объекты, в том числе новые, по области. И в городе Орске, и в Новотроицке ледовый дворец строят большой. Художественный руководитель, оператор, монтажеры и дизайнеры. В их команде не больше 10 человек, но их общая цель – создать творческий продукт на максимально высоком уровне, а потому особое внимание техническому оснащению. Сегодня мы работали с паралетом. Это такой летательный аппарат, по сути, на парашюте. Сидит пилот. Сидит оператор, пилот управляет самим аппаратом, а оператор управляет камерой с помощью стабилизационного подвеса, электронного стедикама и пульта управления. С помощью новейших технологий команда создателей ролика покажет культурно-исторические объекты города и области, новые архитектурные сооружения и жилые кварталы с развитой инфраструктурой. Одним словом, все то, чем наш регион по праву может гордиться. Анна Втюрина, Роман Боричев, Новости дня.